Семена остеосперма Passion Rose порадуют ранним и обильным цветением, которое будет продолжаться до наступления морозов. На протяжении нескольких месяцев кусты остеосперма активно выбрасывают множество цветоносов с ярко-розовыми цветками, которые по форме напоминают ромашки. Максимальную высоту куст достигает 30 см, что позволяет его использовать как горшечное растение, выращивая в балконных ящиках или садовых кашпо. Отличается хорошим ветвлением и устойчивостью к жаре. Цветы остеосперма – отличное решение для того, чтобы украсить цветник, клумбу с низкорослыми цветущими растениями или дворик перед входом в дом. Остеосперма Passion Rose – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для миксбордеров. Остеосперма прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола остеосперма Passion Rose можно отнести к группе низкорослые. В качестве места выращивания остеосперма прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает остеосперма Passion Rose в месяц июнь-август. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.